Итак, здорово. Мы часов 7.14. Мы едем на водопады. Самоходом. Пешком. Доехали до входа в Бахо. Я жду Валька. Я надеюсь, мы успели на совещание, на которое мы опаздывали. Вот мой супер медленный байкер. Я не знаю, с какой скоростью мы ехали, у него спидометр не работал. Но я точно проснулся и рад, что сходил в туалет два раза. Ну, очень живописный парк. Живописный Валек. Живописные бунгало. Morning. Живописная живопись. Там поливают крыши. Вот они, поливают крыши. Обычное вьетнамское дело, чё. Ну что, друзья, начало. Начало. Надо way to waterfall. Все, мы пошли. Так, ну вроде что-то пошло интересное. В общем, суть в чем, идем по стрелочкам. Но я пойду направо. А, извините, до метро далеко? А знаете, вам надо переплыть через озеро. Атлантическое? Атлантическое озеро, конечно. Все по-русски, все понятно. Идем дальше. Красота неимоверная. Циферка 1. Круг на случай, если труп будет тонуть. Ну и так, Паша пошел на Х2. Паша! Иди на Х2! Где там будем? Мы окунулись. Вода сказочная. Рыбки кусаются. Нам, если вам видно, вот за тем деревом тропа просто, я не знаю, веревкой наверх. Но вот так это дело смотрится вокруг. И это время у нас. Это время прогулки. Время 9 утра. Рабочий день начался у нас. Мы это сделали. Не без приключений, конечно. Нам даже помогали преодолеть препятствия. Туристы высокие. Я оказался маленький для этого. Ну, не маленький, конечно, низенький. Короче, вот Валентин белые носки одевает, идем домой. У нас все чисто. А это путь домой такой. Там.
прошли этот путь от начала до конца. Поэтому всем советуем экскурсию только в дождливую погоду на каблуках и пьяных.